Улица Талдынская, дом 2Е. Здесь находится детский садик. Большой детский сад. На Талдынской улице. Вот она. Здесь Весенняя улица. Сначала Весенняя улица, вот здесь, которая идет до Базовской улицы, вот туда. Небольшая улица. Вот так она выглядит. Здесь библиотека. Район Западная Дегунина. Северного округа города Москвы, столица. Весенняя улица, Талдынская улица. Здесь начало улицы Талдынской. Вот туда, в сторону железнодорожной станции Ховрино. Там наша милиция, полиция находится. А вот здесь на повороте Талдынской улицы с Весенней. Находится детский садик. Большой детский сад. В окружении дорог. Машины разные, грузовые, легковые. Вот с трех сторон. Талдынской улицы, с Весенней, и покажу с другой стороны. Ховринский путепровод находится вблизи больших дорог. Как местных дорог, так и путепровода с очень большим движением. Такой изгороди прозрачный, детский сад огромный. Его СЭС и надзорный орган закрывают из-за шума, из-за вот этих дорог, загазованности. А наш депутат местный городской дом открывает. Еще и хвастается, что с боем открывает вот этот детский сад каждый год. Вместо того, чтобы закрывать, она открывает, добивается открытия каждый год. Упоминала 4 года. С боем открывает. Этот детский сад относится к школе, где она директором работает. Депутат Перфилова. Ее зовут. Ее фамилия. Вот при каждой средней школе сейчас еще детские сады прикрепляются. Детские сады прослеживаются, дошкольное воспитание, обучение. А школа вот здесь.
Вот там во дворах, через дворы. Близко отсюда. Печально. Печален этот факт, что детский сад находится в окружении дорог. Такая неблагоприятная среда. Детки здесь вот с утра до вечера. Благодаря депутату Московской городской думы, которая с боем открывает каждый год. Да, очень странно. Вот возле дорог вот улица весенняя. Здесь она начинается, весенняя улица, и идет вот в ту сторону до Базовской улицы по прямой. Там Талдомская улица, вот оттуда берет начало, вот здесь поворачивается улица, изгиб такой делает, и вот там продолжается Талдомская улица, а здесь Весенняя, дом 4. Забор детского сада. Вот он, детский сад. Недавно поставили, еще здесь деревья были. Вот поставили собаку. Площадка для выгула собак. Недавно поставили, ее не было очень давно. Вот этот детский сад рядом с Ховринским путем проводом. Вот какое здесь движение. Рядом с детским садом. Да, нашим надзорным органам надо быть настойчивее. Я вообще не понимаю, как так они закрывают, а депутат открывает. Идут на поводу депутата. Это как? В ущерб детям. И нет защиты. Забора такого вот, как здесь напротив. Сейчас скажу, что напротив. Мы поставили бы вот защитные экраны понадежнее. Их нет. Вот легкий забор. Вот такой детский сад. На Талдомской улице, дом 2. Дом или владение 2Е. Как правильно называется. Такой оживленный. Здесь институт педиатрии. Тоже детское учреждение. Очень близко от дороги. Институт педиатрии. Давно существует здесь. Талдомская улица продолжается до Коровинского шоссе. Вот совсем близко.
Вот сколько транспорта здесь. Круглосуточно. Днем и ночью. А раньше тихое место было. Я сейчас иду из стоматологической поликлиники. От стоматологической поликлиники. Весенний дом. Вроде 18. Вот. Вот иду домой. Прошла по весенней улице до Талдомска. Сколько же здесь транспорта. Раньше было тихо. Тихий уголок такой был. А, здесь столько зелени было. С этой дороги все вырубили. Здесь зелень была. Там северо-восточный город. Вот какое движение. Талдомская улица. Такие указатели у нас тут есть. Талдомская улица. Институт педиатрии. Там еще есть социальные объекты. Вот там хоспис. Вот здесь за углом. Там детский дом вот здесь. А дальше взрослый интернат. Все по неврологически. Здесь вот по этой стороне социальные объекты. Вдоль дороги. А здесь жилые дома. Какое движение мощное, большое. И вот детский сад, незащищенный. А детки проводят здесь весь день. И что удивительно, надзорные органы закрывают сессии, надзор наш закрывает. Как он называется? Роспотребнадзор вроде. СС. А депутат Перфилова открывает. Странно, как так можно, если органы закрывают, а депутат открывает. Вот как так можно? Вот я прочитала ее высказывание. На видео даже есть это. На видео и в печатном виде. Я даже скриншот сделала с ее высказыванием вот этим. Что с боем открывает детский сад, который закрывают органы. И хвастается этим. Вот такое безобразие у нас в отношении детей. Вот еще раз показываю рядом с Ховринским путепроводом. На углу еще двух улиц. С трех сторон. Шум не заглазован. Вот это мне хотелось очень запечатлеть и показать нашему мэру с вопросом, как так,
этот заборчик не является экраном защищающим. А еще лучше закройте, совсем закройте. Не должно быть на этом месте вот такого объекта детского сада. А, надо же. Еще местность имеет уклон. Вот здесь чуть выше, а там ниже дорога. Да, как же безобразие. Детский сад. Действующий, работающий. Вот так. Это район Западный Дегунино. В северном округе города Москвы. Такое соседство с детским садиком. Да, снимаю сегодня 24 апреля 2019 года.